Здравствуйте, дорогие друзья! В прямом эфире «Нить Ариадны» – программа, где наши гости, профессиональные психологи, помогают нам разобраться в лабиринте жизненно важных проблем и найти правильные пути их решения. Поэтому вы всегда можете позвонить нам в студию во время передачи и задать свои вопросы. Мы постараемся вам помочь. Телефон прямого эфира 8 800 263 99. Звонок по России бесплатный. Кроме того, нам всегда можно написать на наш электронный или почтовый адрес. Ну и, наконец, вы всегда можете смотреть нашу программу в интернете, на сайте Первый образовательный или sgutv.ru в разделе «Прямой эфир», да и после прямого эфира. Итак, тема одиночества. Одна из самых актуальных в наше время. И одиночество молодеет. Людям все труднее встретить того, с кем можно было бы создать семью или построить близкие отношения. Клубы знакомств, специальные сайты в интернете, современные свахи, телепередачи. Все идет в ход, но от этого, увы, одиноких граждан не становится меньше. Особенно большие города, они по-прежнему остаются полюсами одиноких сердец. Почему так происходит? Вот некоторые специалисты утверждают, что объяснить неудачи на личном фронте, исправить ошибки и найти свою половинку во всем этом может помочь цифрология. Поэтому сегодня у нас в гостях известный цифролог, кандидат исторических наук, писатель-публицист и автор метода «Цифрология как способ интерпретации жизненных событий» Денис Захаров. Здравствуйте, Денис. Здравствуйте. Спасибо, что пригласили еще раз на эфир. У вас очень тепло, уютно и интересно. Спасибо, спасибо вам, потому что после последней встречи с вами на нашей программе пришло очень много звонков, писем, и я думаю, что мы продолжим сегодняшнюю беседу, но уже именно о том, как цифрология помогает выстроить свою личную жизнь, потому что, еще раз повторюсь, что в наше время это, наверное, проблема номер два после здоровья, проблем со здоровьем. Да, вы правы. Да. Почему, несмотря на то, что в наш век так много всяких коммуникативных возможностей, людям все труднее и труднее найти друг друга, встретить свою половинку и выстроить какие-то отношения? Что мешает, как вы считаете? Ну, мешает, прежде всего, сами себе люди, потому что одни начинают замыкаться на том, чтобы срочно найти вторую половину. И они кладут на это жизнь вместо того, чтобы заняться тем, ради чего их жизнь сюда привела. Другие пытаются отыскать свой идеал. Идеал в сексуальном отношении или идеал в быту. Соответственно, они кладут жизнь на то, чтобы найти этот идеал. Они перебирают один за другим вариант и понимают, что ну вот с этим бы я прожила, а вот тут что-то он не догоняет. То есть стараются умом найти человека. Да, понимаете, и человек же существо несовершенное. Как только что-то появляется, мы тут же начинаем думать, ага, что-то тут нам не хватает. Может быть, где-то еще есть вот тот идеал, к которому нужно прийти, и который обязательно меня ждет. И на это действительно уходит жизнь. Люди кладут на это годы, а в результате они по-прежнему остаются одни. То есть неправильно ищут или что? Или неправильно думают? Вы понимаете, я считаю, что любую встречу в этой жизни нужно заслужить у самой жизни. Поэтому тех людей, которые входят в наш ближний круг, мы заслуживаем тем, как мы относимся к тем ситуациям, которые жизнь нам подбрасывает, как мы проходим те или иные уроки. Если мы что-то не понимаем, нам жизнь дает возможность этот урок пересдать. И она дает нам партнера еще круче, чем был до того. Потому что женщины, допустим, которые брак у которых не первый, они наверняка могут сказать, что следующие, последующие мужья, они не лучше предыдущих. Потому что если они не отрабатывают опыт взаимоотношений, то жизнь дает круче. Она дает круче во всех смыслах. Он может бить, он может пить, все что угодно. А человек пока не поймет это, жизнь все время будет его показывать рядом с тобой. То есть на, посмотри. То есть нужно выучить какой-то урок, который мы часто не понимаем. Конечно. Получается. То есть опять работа сознания. Это самое важное, что мы можем предложить, и самое действенное, что мы можем предложить жизни сегодня. Ну, вот вы говорите о том, что жизнь дает кому-то вот либо такого, либо другого человека, но ведь некоторым жизнь вообще никого не дает. Я думаю, что сегодня будут такие звонки. А некоторым и не суждено что-то понять в браке, понимаете? Есть определенный пласт людей, которым брак... Как,
как урок не нужен. Как урок не нужен. Почему? Потому что печать в паспорте – это начало конца. Есть у нас такие карты у людей, когда вот именно печать в паспорте – это начало конца. Поэтому в своих рекомендациях мы иногда говорим о том, что вы не должны замыкаться на печати в паспорте. Живите с человеком, если вас комфорт все устраивает, а вот это все социальное требование жить официально в браке, вы должны на это просто как-то закрыть глаза, и вам самому должно быть от этого комфортно, от общения с этим человеком. А то, что стоит в печати или не стоит, ну, это уже другая история. Ну, слава богу, современная жизнь это помогает. Конечно. Людям. И позволяет. Да, и гражданские браки, или даже гостевые браки, которые сейчас стали очень популярны в Европе, и до нас добираются потихоньку. Ну, просто не надо чужие примеры всегда ставить во главу угла и думать о том, что чужой пример – это образец для вас. У вас собственная жизнь, вы живете собственной судьбою, и поэтому ваша история – это только ваша история, и она касается только вас, и ваш пример не подходит ни вам, ни мне, никому еще-либо. Ну, просто есть общество, и, конечно же, любой человек, как говорили классики, жить в обществе, быть оторванным от общества нельзя, да? И многие слушают или смотрят, или думают о том, а что подумают другие, если я буду жить вот так, так-то и так-то, да? Осуждают. Иногда даже родителям не нравятся личные взаимоотношения их дочери или сына. Но ведь не родителям же жить с этим человеком. Ну, конечно, поэтому... но они изрядно портят кровь. Вы знаете, на это я могу сказать так, ребята, вы жизнь одна. И у вас один шанс, чтобы ее прожить так, как хочется вам. Поэтому не нужно пытаться реализовать чужие программы жизни. Программу жизни вашей матери, отца, неважно кого, соседки, тети Клавы. Вам никогда не удастся изменить человека, его мнение о вас. Поэтому занимайтесь собственной реализацией, живите так, как вам комфортно. Но опять же, родители из лучших побуждений желают своим детям лучшего, лучшей доли, нежели своей. И есть современные истории уже современных Ромео и Джульетты, где родители категорически против нее или против него. Вот не далее, как несколько дней назад, я разговаривала с такой женщиной, там просто произошла трагедия. И она сказала, что «а мне не нравился ее мальчик». Он мне не нравится, и папа там у него какой-то не такой, и мама не такая. И там не доказать было женщине, что это не ее жизнь. Но в таком случае у этой женщины либо полетит здоровье, то есть жизнь ее уложит на больничную койку и скажет, полежи, подумай, почему это произошло. А произошло именно потому, что она влезла в судьбу чужого человека, хоть он и родной. Мы все равно, появляясь на этот свет, мы отдельные личности, каждый из нас. И поэтому даже родители не имеют права влезать в жизнь детей. Это их опыт, они должны его пройти. А тем самым, когда мы навязываем свои алгоритмы поведения, мы забираем, во-первых, часть их удачи, мы забираем часть их судьбы на себя, и это наказуемо. Свыше это не одобряется, потому что то, что было уготовлено этому человеку пройти определенный путь, вы взяли и свернули его в переулок. И в этом переулке вы навязываете ему, как ему одеваться, кого ему любить, как ему заниматься сексом, понимаете? И в результате получается, что тот, кто это навязал, он потом страдает сам. Он не может ни купить эту любовь, ни какими дорогими подарками, никаким приятным отношением к этому человеку. Ничего не выходит, потому что вы забираете тем самым удачу своих детей, если вы влезаете в их судьбу, если вы им рекомендуете. С этим не дружи, с этим не ходи, с этим не общайся. Даже из лучших побуждений. Даже из лучших побуждений. Или как иногда, знаете, ближайшие родственники, я часто привожу в пример, что самые главные враги незамужней девушки — это близкие родственники, которые звонят и говорят, ну как ты там, Маша, жениха-то не нашла себе еще, ну тебе же там 25-27 годков, ну уж пора, Маша, пора. И бедная Маша начинает с ужасом судорожно искать, потому что вот бабушка звонит, там мама звонит, подружки же все замужем, и уже дети. Нужно, конечно, для этого нужно попытаться вот отстраниться вот от всех вот этих социальных наслоений, от этих стереотипов, которые нам общество навязывает. Что вот достигнув 30-летнего возраста, если девушка или молодой человек не женились, не вышли замуж, то что-то нечистое. Нет, потому что одни приходят, чтобы реализовывать свой потенциал, и им семья мешает, понимаете? Потому что жена требует, чтобы он приносил деньги в семью, чтобы он одевал ребенка, кормил, а человеку для его реализации нужно одиночество. Он только в пространстве своей квартиры или своего дома может
придумать гениальную вещь. Он может сделать больше для человечества, чем он бы был просто хорошим семьянином. То есть, одним словом, эта вещь сугубо индивидуальная, о чем мы сегодня поговорим, потому что цифрология как раз это нам демонстрирует. У нас первый звонок в студию. Давайте послушаем, что говорят наши телезрители. Пожалуйста, мы вас слушаем внимательно. Алло. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Вопрос вашему специалисту. Вот у меня дата рождения 1 июня 1972 год. И по моим цифрам, что вы мне можете порекомендовать? А что у вас есть супруг, муж, кто-то у вас есть? Я в разводе 3 года, но я готова к новым отношениям, но пока у меня не получается. 70. А может... На какие-то вот длительные отношения, вот такие глубокие отношения. Глубокие отношения? А с мужем у вас какие были отношения? Мы развелись, значит, у нас... А дайте мужа день рождения, день рождения мужа дайте. День рождения мужа 3 мая, 57-й год. А что послужило причиной разрыва ваших отношений? Совсем в разные стороны мы смотрели. То есть у каждого своя дорога, у каждого свои какие-то приоритеты жизненные, абсолютно разные. Как потом уже вот... Я была молодая очень, потом я уже стала понимать, что мы очень разные. Ну, вы же прожили, наверное, энное количество лет, и у вас есть дети. 13 лет. 13 лет. И есть дети. То есть я, наверное, я так думаю, я выросла. А у вас с мужем... Он не хотел, чтобы я вот была какой-то самостоятельной, была как дочь. А у вас разница с мужем сколько лет полных? 15. 15 лет. Вы знаете, но вам с мужем друг друга не понять не в сексе, потому что у вас слишком большой разрыв в сексуальной диагонали, понимаете? У него 6 цифр, его секс разрушает, а у вас всего 1. То есть вам друг друга не понять. Но я могу вам сказать, для чего произошла ваша встреча. Жизнь устроила вашу встречу для того, чтобы вы вышли на правильный жизненный путь. Вашему успеху мешает именно то, что вас раздражает друг в друге. И то, что именно то, что из-за чего вы критикуете своего партнера и устраиваете скандалы. То есть вы все время, он пытался изменить вас, а вы пытались изменить его. В результате возникали из-за этого скандалы. А скандалы еще возникали из-за того, что вам друг друга не понять. У него слишком большой разрыв в сексуальной диагонали, да. И вам очень было тяжело. Вам поэтому в следующий раз жизнь даст человека, который будет... ближе как-то? Нет. По целям и понимаете, как, по только, жизни. Как только вы поймете, что то, что есть в муже, и то, что вас раздражает в нем, не хватает вам, а ему, соответственно, то, что ему не нравится в вас, не хватает ему, так то после этого, когда произойдет осознание этой ситуации, после этого вы как раз встретите человека, который будет вас понимать. Можно еще спросить у вас вот такие цифры? 16 октября, 87-й год. А что мы... Нет, давайте... Вопрос, пожалуйста, потому что мы говорим о... Человека, мне он симпатичен. А, понятно. Но мы опять как-то, знаете, мы разошлись, то есть по его... ну вот... Ну, то есть он так захотел. Разорвать. А вы его по-прежнему... Нет, там только начало там отношений было, мы через интернет познакомились. Так, но вы и сейчас готовы как бы продлить эти отношения, развивать их? Ну, не знаю, на каком таком, вот как вот первые моменты вот знакомства, но вот просто интересно, почему вот он... Напомните, вы первое, какое, я уже стер... Напомните свою дату рождения. 1 июня 72. Июня 72, и сейчас мы узнаем, еще раз повторите дату рождения второго человека. 16 октября 87. 16 октября... А сколько у вас разницы с ним? Получается, там сколько лет? 14. То есть вот этот мужчина моложе вас? Да. 87-й. 87-й, а там да. 70. Но вы знаете, 8. У вас тоже 14 лет, это... То есть там был мужчина на 15 лет старше, а здесь на 14 лет моложе вас, получается. Да, получается, что... Такие крайности некоторые. Да. Ну что ж, вот жизнь все-таки дает, Денис, вот такие встречи. Вы встретились с этим человеком, чтобы, проявив свои лучшие качества, состоялись как личность. Все-таки вас заставляют задуматься о том, кто вы и ради чего вы пришли. А со вторым человеком вам тоже... Вам не понять друг друга с этим человеком, потому что у вас тоже большой очень разрыв в сексуальной диагонали. И у вас, да, у вас
этот человек в жизнь брала его для того, чтобы вы наконец-то задумались о себе. Кто вы и для чего вы пришли. Поэтому тут вам нужно просто задуматься, что является истинной причиной вашего бытия. Кто вы, что вы. То есть почувствовать себя, подумать о том, что женщине нравится, да, нашей телезрительнице, что бы она хотела делать в этой жизни. Конечно. И этим заниматься. Понимаете, мы... Видимо, что-то она не осуществила в своей жизни, да? Мы же замыкаемся все время на каких-то вещах, которые мы ставим главными, да, которые мы делаем очень главными. И когда у нас вот этот вот градус важности превышает все мыслимые пределы, то мы этого не получаем. Как только для нас личная жизнь становится номер один, то ее не происходит. То есть мы пережимаем где-то, мы, да? Мы пережимаем, мы на этом зацикливаемся, и жизнь говорит: нет, дорогой, ты пришел не для того, чтобы, так сказать, вот проспать жизнь в постели другим человеком. Нет. Только ради этого я сюда не привожу никого. Замечательно. Я думаю, что, наверное, те, у кого не сложилась личная жизнь и закончилась разводами, сегодня получат массу оптимистического заряда, потому что они поймут, почему это произошло в их жизни, потому что, делая вывод из ваших слов, это тоже происходит к лучшему. Безусловно. Понимаете, таким образом жизнь нам готовит гораздо что-то интереснее, новое, но при условии, если мы берем этот опыт на вооружение, да. И мы не стремимся изменить другого человека. Что же происходит в отношениях? Мы всегда ищем зеркало. Мы ищем свою вторую половину, наше отражение. То есть можно до бесконечности, как нарцисс, смотреть на свое отражение. Дальше что? Не происходит роста, не происходит роста личности. Вы все время смотрите на свое отражение в зеркале. Да, но год-два вы этим наслаждаетесь, потом вам это наскучит, и либо уведет в такое, знаете, царство сна, что вы не захотите ничего, не заниматься чем-то интересным. Семейное болото, как говорят. Да, семейное болото, из которого в любом случае не дает выхода для ваших каких-то эмоциональных вещей, которые помогают вашей реализации. Вот и все. Хорошо. И все-таки, почему тогда одним везет, Денис, а другим не везет? В поисках нет людей. Такого везет. Нет, да, так, везет и не везет. Фактор везения... Нет, просто одни где угодно и в лесу найдут себе партнера, да, а другие в большом, огромном городе, которые... Есть женщина, которая работает в мужских коллективах, и ничего, никаких... Значит, он или она заслужил эту встречу. Понимаете, жизнь одобряет. Он сказал: ты все правильно делаешь, я дам тебе человека, который, помимо твоего там карьерного роста и твоих увлечений, еще поможет тебе состояться в сексуальном плане, например. Я дам тебе того, о ком ты мечтаешь. Пожалуйста. Понимаете, найти человека, вот представьте, есть такая хорошая аллегория, связанная с горохом. Представьте, что вот огромный вагон гороха, да, и вам нужно найти одну горошину, которая ваша. Знаете, сколько придется перебирать? Ну, знаете, такая же легенда о яблоке, да, что Бог разрезал яблоко пополам, и вот эти половинки разбросал по свету, и попробуй найди, что называется, та, которая подойдет к твоей половине яблока. Ну да. Это тяжело, поэтому я всегда говорю людям о том, что, друзья, нужно для начала, если вы хотите найти партнера, о котором вы мечтаете, нужно на время забыть о том, что вы ищете партнера. Нужно заняться тем, что вам интересно. И потом, уже когда вас жизнь выводит на определенный уровень развития духовного, материального, вы уже будете искать партнера не вот там, где вы раньше искали, а уже на другом уровне. И тогда этот человек появится просто как словно из ниоткуда. А почему говорят, что сидя дома, принц к вам в дверь не придет и не постучит? То есть надо работать над собой. Но у тех, у кого есть предопределенность жизни, они, что называется, и на печке найдет свой жених. А у кого этой предопределенности нет, придется как... Тогда что такое венец безбрачия? Вы можете объяснить с точки зрения науки цифрологии? Венца безбрачия как такового нет. Я могу понять, разобраться в причинах, почему это произошло. То есть все опять же замыкается на человеке, на том, что происходит в его жизни, и то, что происходит у него внутри. Когда мы получаем ответы на эти вопросы, мы снимаем вот этот вот программу, которая у него в голове присутствует.
это может быть, например, опыт его родителей, которые развелись когда-то давно, и все происходит не так, как он ожидает. И он, соответственно, проецирует жизнь там, своей матери на свою собственную. Считает, вот если мама не вышла замуж, то я то же самое, произойдет то же самое со мной. Или моя мама развелась, у нее была неудачная семейная жизнь, поэтому я буду держаться за своего мужа всеми, я не знаю, там, ну, тут, понимаете, должен быть индивидуальный подход. То есть мы смотрим, конечно, очень много аспектов, поэтому вот так общих советов мы не даем. У нас еще один звонок в студию. Пожалуйста, говорите, мы вас слушаем внимательно. Алло. Алло. Здравствуйте. Здравствуйте. Я хотела бы Денису задать вопрос. Погромче, пожалуйста, говорите, мы вас слушаем. Денису хотел бы вопрос. Да, задать. Конечно. С даты начните, пожалуйста. Дату рождения? Да. Добрый день. Здрасте. Алло. Да, я вас слушаю. Слушаем, мы вас слушаем. Здравствуйте. Денис, скажите, пожалуйста, вот дата моего рождения 16 марта. 16 марта 63. Алло. Да, я слушаю. 63-й год. Да, 63-й год. А дата вторая, 2 июля 1959 года. 2 июля? Да. 59 года. Угу. А этот человек, значит, мы с ним очень долгое время общались, и в итоге у меня теперь есть сын. Я замужем не была никогда. Я хотела бы посмотреть, чтобы вы мне сказали, для чего случилась наша встреча. Мы, к сожалению, вместе не живем. Но есть ли у меня возможность встретить еще какого-либо человека? Хорошо, спасибо. Да. У вас разница 4 года, да? Вы знаете, ваша встреча произошла потому, что вас жизнь пыталась научить воспринимать ситуации подобно зебре. То полоска белая, то черная. При этом у вас есть некая сложность карты в том, что вы человек, у которого присутствует знак мании величия. Вот если вы ее включаете, то у вас в жизни все происходит не так, как вы задумали. При этом вы с этим человеком связаны кармически. Ваше число 2911 в цели жизни является его основой. То есть встреча была не случайна. А то, что у вас ребенок от этого человека... А то, что брак не состоялся, вот, а вы знаете, это нормально? Это нормально, потому что вот у... я, к сожалению, не знаю вашего имени, у этой женщины... Семья вообще никак не нужна, по большому счету, потому что в вашей карте всего две цифры в этой линии. То есть семья не является принципиально важным, она не влияет на вашу реализацию. При этом с этим человеком, а у него брак на импульсе. То есть если импульс проскочил, вовремя, так сказать, она его взяла. То женился. То женился. Как только и то хочет, то не хочет. Понимаете? Это вот такой вариант. Но то, что ваша встреча была не случайна, это действительно так. И почему вы... А, еще у него все предопределено. То есть вы были у него заложены еще как раз с самого, что называется, рождения. То, что судьба. Вам просто нужно взять этот, взять этот ценный опыт... как действительно опыт, и понять, что у вас этого человека есть ребенок, прекрасный сын, который может реализовать программу, но не вашу, а свою, соответственно, вот только... И будущее, вот женщина задала вопрос. Будущее мы не предсказываем. Почему? Потому что как только вы разберетесь в своем настоящем, вы сами сделаете то, что вы захотите. Ключи всегда у вас. Ну, судя по тому, что вы сказали, что брака там, то есть цифры, которые показывают на брак, немного, немного то есть, это то не то самое главное. Не нужно заморачиваться на том, что я хочу замуж так же, как мои подруги. Нет. Для вас брак это никак не влияет на вашу реализацию. Поэтому вы не должны прям лететь в ЗАГС здесь и сейчас. Вам нужно, если вы хотите человека какого-то, просто с ним жить и не заключать никакой брак. Хорошо. У нас сейчас небольшая реклама, и я думаю, что мы сразу после рекламы поговорим о том, каким же образом цифрология помогает найти, не знаю, нужного человека или, по крайней мере, понять, почему тебе этот человек никак не встречается. Как найти свою горошину, да? И все-таки как найти свою горошину или вторую половинку с тем, чтобы это был именно тот человек, который предназначен тебе по жизни, который как-то будет помогать и твоему росту, а ты его. То есть то, что называют истинной, настоящей любовью. Давайте
попробуем. Да. Поэтому, дорогие друзья, не переключайтесь, готовьте свои вопросы, потому что сегодня мы говорим о том, как цифрология помогает найти свою вторую половину. И у нас в гостях известный цифролог Денис Захаров. Встретимся через несколько минут.